Кадмий. Кадмий красный. Кадмий желтый. Желтый, ну вот. Вот это. Светлый. Темнее есть? Темнее нет. Темнее нет. Это неаполитанское желтое. Вот это вот пойдет лучше. Заменит. Ультрамарин? Ну вот два ультрамарина. Супер. Павлова эти два цвета смешивала. Да, тоже. Что такое СС? Какой цвет? Павлова. Ультрамарин и неаполитанское желтое. Сейчас такой зеленоватый, грязный. Для фона там был, для птички. Нужно здесь не сильно смешивать. Добавляет крепление. Такая бумага с рисунком текстурным, ну, который смывается за один раз, если не успела положить. А, то есть сверху он холодный, а снизу теплее. Угу. Большие конфеты для большого рта. Большие. Хочу все-таки видно. Красиво получается. Это твоя главная задача — сделать красиво. Да. О, какой-то здесь как будто с белилом размешанный. Да? Что за? Да нет, он не с белилом. Не. Не плотность, какой-то мутный. Мутный какой-то, да? Ну, да, возможно, можно и с грязнотой, если только не мутный. Мутный. Ну, ладно, ничего страшного. И что продали, скоты? Дергазин. И травяное. Такое травяное. Недавно летом приобрела. Дергазин? Травяную. Травяная вообще бомба. Потом выкинула, решила, что я не буду ее пользоваться. Угу. Она, ее увлекаешься, и потом она как готовая идет. И, короче, мне понравилось. Травяная зеленая, да? Как это, по-моему, какой-то коричневатый. Королечки в художественной школе преподаватель нас сразу новую коробку открывал, полетел, сразу ее выковыривал, выбрасывал. Ничего себе. Ну что, я только достаю коробочку, открываю новенький, вытаскиваем зеленый, выбрасываю. Ну, а он комментировал зачем? Конечно, мы умели ее пользоваться. А, не умели? Мы чисто в виде ее фигачили туда. Ну вот. Ну такая вкусная, потому что ей хочется. Слышала, где-то фиолетового выбрасывают. Недавно распробовала Вадик и Капут Морган. Угу. Вообще шикарные. Коричневатый, что ли? Ну, вот Вадик, я почитала, что он тут так кулирно, он не со всеми мешается. Да, Александр Ильич, он там где-то. Вандик, он... Вандайк. Обалденно красивый. Вадик красивый, Дик. Он Вадик. То трескается, то с такими-то он дает грязь какую-то. Трескается? Ну, его надо... Такой сложный, я просто... Он сложный, его сам надо смотреть, с какими красками. Он не со всеми красками смешивается. Где-то гадин, грису может дать с какой-то краской. А с какой-то краской аж засветиться, да, просто... Да, сам по себе он, конечно, красивый. Капут Морган тоже очень тоже красивая вредный. Краска, да. Очень красивая. Красивые, если она вредная, да? И еще серая пейна вообще. Да. Заказала себе вулканскаид. Кого? Вулканскаид. Она какая? Вулканскаид. А, она зеленая, да? Да, ну, это лессировочная краска. А, она черная? Лессировочная краска, она прозрачная такая, да? Это, такая типа вот.
лаковый такой прозрачный краской. Завершать. Но да, это вот когда уже работа заканчивается, уже закончил ты работу, и уже там вулканскаи там уже так прозрачным слоем вот этим получается. Хорошо, такую краску название черноватая зеленая. Черноватая зеленая. Это оливковое. Ну, ты же такая увлекаешься ей, да, это неаполитанская, об этом опасно. Ну, хорошая краска, хорошая. Она и в масле, и тоже, особенно в масляной краске, она обязательно тоже в палитру. А Странциановая? Странциановая? Или какая-то, может, она как в своей, в чистом виде. Но она очень плохо ведет себя с другими красками.
чуть-чуть, вот сейчас она подсохнет вот здесь, угу. Вот, подсохнет. И надо вот такой тоненькой кисточкой, прям уже по подсохшей такой бумаге, чуть-чуть аккуратненько так вот взять вот, ультрамаринчик, можно прям ультрамаринчиком, и вот так вот по верхушечке, прям вот так, почетче вот этот верхний край. Сделайте все. Класс. Понимаешь? Угу. Вот.